В Омской области автомобиль врезался в дерево, два человека погибли. Авария произошла сегодня в Одесском районе. Предварительно установлено, водитель отечественной легковушки не справился с управлением, слетел в кювет, а после врезался в дерево. В результате происшествия погиб сам рулевой и его пассажир. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Полиция по факту ДТП проводит проверку.